Брейтбарт, США, звезда американского шоу заявил, что это русские убили Эпштейна. И на СМИ, Россия. 12 августа 2019 года. Согласно материалу американского издания Брайт Барт, актер Алик Балдуин заявил, что именно российское государство ликвидировало финансиста Джеффри Эпштейна, признанного в сексуальных преступлениях. Как сказал Балдуин, теперь оно отвечает за все, раз власти президент Трамп, намекая, что нынешний глава Белого дома оказался у власти благодаря вмешательству русских. Эпштейн, которому некоторое время назад предъявили обвинение в торговле сексуальными услугами детей, был обнаружен мертвым в своей тюремной камере в субботу в исправительном центре в Нью-Йорке. Обстоятельства его смерти вызвали целый шквал конспиративных теорий о том, Каким влиятельным людям и политикам он помешал? Звезда популярнейшего шоу субботним вечером в прямом эфире Сатурда Ник Тливи подлил масла в огонь этих теорий, заявив, что Эпштейн был убит Кремлем. Русские убили Эпштейна, сказал олег Балдуин в воскресенье. Теперь они за все отвечают. Балдуин долгое время был одержим предполагаемыми связями между президентом Дональдом Трампом и Россией, несмотря на то, что в докладе Мюллера было четко сказано, что никаких доказательств сговора найдено не было. Что, правда, не помешало Вашингтону ввести различные санкции против России. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.